Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев», где мы с вами говорим о базовых фигурах спортивно-бальных танцев. Я не буду учить вас, как надо танцевать, чтобы выиграть первое место на турнире. Я создаю полный видеоучебник реально существующих фигур в спортивно-бальных танцах, чтобы вы могли танцевать их правильно. Все фигуры будут браться из двух учебников. Это учебник WDCF и учебник Уолтера Лайерда. Мэйку или ольга-поворот вправо или влево на месте. Эту фигуру мы исполнять начинаем в открытой променадной позиции. По учебнику Лайерда мы заканчиваем закрытую позицию, по учебнику WDCF мы остаемся в открытой позиции, левая рука за правую. Партнерша здесь вращается на месте, партнер двигается вокруг партнерши. Мы рассмотрим первое, это мейку вправо, когда партнер двигается правым плечом, и фигура начинается следующим образом. Партнер начинает лицом диагонально к стене, партнерша лицом диагонально в центр. Работа стоп у партнера. Танцуем. Подушка плоско, носок, подушка плоско, носок, подушка плоско, носок, подушка плоско. И работа стоп у партнерши. Подушка плоско, носок, подушка плоско, носок, подушка плоско, носок, подушка плоско. В данной фигуре партнер вращается всего лишь на 3 восьмых влево, а вот партнерша вращается на месте на 1 целый оборот и 3 восьмых вправо. Партнер должен закончить лицом в центр, а партнерша лицом к стене. И получается, что у нас у партнера всего 3 восьмых влево. Раз, и два, и три, и четыре. Лицом диагонально в центр, должна будет закончить лицом к стене. Раз, и два, и три, и четыре. Работа бедер у партнера. Начинает она слева на ним, танцует пол восьмерки влево, пол восьмерки вправо, пол восьмерки влево, пол восьмерки вправо, пол восьмерки влево, пол восьмерки вправо, пол восьмерки влево, нейтрально. А работа бедер у партнерши уже будет двигаться по кругу. Половина круга вперед, половина круга назад. И на первом шаре у нас половина круга вперед вправо, половина круга назад влево, половина круга вперед вправо, половина круга назад влево, половина круга вперед вправо, нейтрально. В данной фигуре мы можем совершить большую степень оборота. Партнер может двигаться вокруг партнерши на 7 восьмых влево и закончить лицом к стене. Партнерша, соответственно, увеличивает свою степень поворота на 1,7 вправо и заканчивает спиной к стене. Фигура мейпл влево аналогична фигуре предыдущей мейпл вправо. Одинаковая работа стоп, бедер и степени поворота. Также можно оба варианта станцевать со стандартной степенью и с перекрученной. Разница в том, что мы меняемся с вами местами. То есть партнер будет начинать лицом диагонально в центр, а партнерша будет начинать лицом диагонально к стене. Партия партнера у нас будет начинаться теперь с правой ноги. И мы будем танцевать раз, и два, и три, и четыре. И заканчивать лицом к стене. А партнерша будет начинать лицом диагонально к стене и, совершая стандартную степень оборота 1,3, будет заканчивать спиной к стене. Раз, и два, и три, и четыре. И также в конце каждой этой фигуры на последних двух шагах мы можем станцевать последние два шага в атаке для выхода на следующую